Скажи, ёжик, как круто все вокруг изменилось, да? Стало как-то объемнее, что ли? Ярче? Определенно. Этого нельзя не заметить. И теперешний бадминтон совсем не тот, что раньше. Не получилось достойно выступить, подготовились и в этом году одержали победу в группе Е. В следующем году планируем перейти выше в группу Д. Да, конечно, очень хорошо, что дверь открывал дверь. И у тебя как? Да, впечатление очень хорошее, все очень здорово, соревнования на высшем уровне. То есть, и сам Таллин очень нам нравится, мы всегда будем сюда приезжать, думаю. То есть очень все здорово. Удачи вам. Спасибо. Большое спасибо. Kuidas te ennast täna väljakul tundsite? Mugavalt. Mugavalt? Ja kuidas algas sinu päev hommikul? Hommikul kohvi joomisega. Kohvi on parim ettevalmistus võistluseks. Kuidas teile sulastaarid meeldivad? Väga meeldivad, tõesti mul erinevad rahastavad. Ja kumb teist on sul ja kumb on staar? No, ma arvan, et täna oli Aili staar. Tegi väga hea mängu. Star Ma tahtsin öelda, et teie olete siis meie sulgpalli kuulsad vennad, voitkad, vabandust, taltsid. Kuidas te oma vahel jagate sulestaaride auhinnad? Kes on teist sulg ja kes on staar?
Ma arvan, me oleme mõlemad suled. Mõlemad suled? Yeah. Aga üksteisele sulge sappa ei pane? Ei. Võistlus meeldis? Väga. Väga. Tulete jälle. Ikka tuleme. Palju edu. Kui kutsutakse, siis ikka tuleme. Palju edu. Aitäh. Мне кажется, вот это один из самых интересных и самых приятных турниров, которые мы посещаем. У нас примерно порядка 15 выездов проходит в год по нашей федерации. Сталин — это самый-самый такой светлый, приятный рождественский турнир, который задает большое-большое настроение предновогоднее. Мы всегда с семьей приезжаем, нас приехало 8 человек, у нас приехали и дети, и племянницы, и бабушки. Да, и забудешься еще играть сегодня? Конечно. Да. Спасибо вам. Спасибо. 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 Классно. Первое соревнование в моей жизни. Офигенно. Не, ну такая на косяк, конечно, но в принципе хорошо. Для первого раза нормально. И я тебя люблю. Ma kuulsin enne selja taga, et te väga muretsesid võistluse pärast. Kuidas te siin tunne on? Väga hea tea! Kuidas võistlus teil see üleüldse on? Nagu paaris ja koos mängida. Teine! Aga selle loe! Võistlusele tulite sõpradena ja kas te lahkute ka sõpradena? Jah! Nii et mõlemad olete nii-öelda staari. Ma ei tea, kus nii saaks öelda. Küsimus nii-öelda turnaalide poole pealt, et kuidas siis võist maitseb? Väga hea, imeline. Eriti kolmekeimine võits. Aitäh teile ja edas põhiseks! Aitäh! Зачем все, которые у таких рубашки гуляют здесь, выиграют все время? Почему все время? Ну, нам нравится к вам в гости приезжать. Да? Мы с удовольствием к вам едем, да. Что вам здесь нравится? У вас очень гостеприимный, отличный турнир, на котором нужно много научиться. И прекрасные игроки, поэтому нам нравится приезжать к вам. В принципе, Таллин — отличный город, прекрасный тип. Теплая атмосфера. Теплая атмосфера. Да, это стало для нас традицией уже. Я думаю, вечером мы не будем нарушать традицию. Вечером сегодня. А вечер будет у нас, да? Да, будет. Безусловно. На том же месте. В тот же час. Спасибо. Зеленая!